Всем привет, с вами Комаров Виталий. И вот у меня посылочка пришла с eBay. Ссылочку на нее я оставлю в описании. Не знаю, правильная, неправильная ссылочка. Хрен бы ее знает. Это посылочка для тех, кто любит покурить. Самокрутчики и тому подобное. То есть, чтобы заворачивать табак и курить вот в таких вот машинках. Не в таких машинках, а заворачивать такими машинками. Так, ну что ж, распечатываем. Эта посылочка мне досталась где-то рублей за 700. Вот так вот это все упаковано. На Алиэкспрессе такого нет. Я нахожу это только на eBay. Да, запечатано то же самое, но все-таки китайское. Да. Запечатано все конкретно. Как будто фарфор присылают. Разбудуем. И вот такие вот они. Вот такое вот количество штук. 5 штук их. 5 упаковок. С бумажками для самокруток. Сейчас мы завернем. Я покажу, в чем минус такой вот бумажечки. А может быть, тут и минусов и нет. Но перед этим заказывал, минусы были. О! Вот в этой упаковочке. Ёлки-палки, руки грязные какие, а? Вот в этой упаковочке 50 бумажек. Этих упаковочек, вот в этой упаковке 50 штук. То есть 2500 бумаги. Это примерно хватит где-то на килограмм табака. Вот. Сейчас мы попробуем завернуть. Вот у меня машиночка. И сейчас мы увидим минусы этой бумажки. Насыпаем табачок. Так. Вообще, это самая дешевая бумага, которая может быть. Кому-то это будет не критично. То есть, мне вот не критично. То есть, вот здесь вот клеевой слой. Ну, берем. Складываем. Ну. Так что ты? Вот как на камеру что-то делать, так ни черта не получается, а? Да что ты? Мало что ли насыпал? Добавим еще чуть-чуть. И вот мы еще добавили остатки из коробки. Вот, вот такая штука. Да блин. О, пошла. Фух. Так вот нахвостничали. Вставляем бумажечку в машинку для закрутки табака. Прокручиваем. И сейчас я ее наслюняю. О. Ну и вот. В сущности, минус-то у нее нет. Раньше какие-то бумажки я заказывал. Оставалась желтая полоса от клея. Сейчас этого нет. Ну а плюс в этой бумажке то, что она позволяет табаку тлеть. То есть она не тухнет после каждой затяжки. В отличие от других плотных бумаг. Например, вот есть вот такие USB. То есть это вот, если ты курнул, рассказал пол анекдота, все, она потухла. Здесь же нет. С этой бумажкой такого нет. Она такая мягенькая, приятненькая. Так что вот так вот. Короче, вот это вот мне обошлось 5 упаковок за примерно 1700. То есть 1700 разделить на 5 получает цену одной штуки. Доставили мне это все из Китая. Заказывал я на сайте eBay. Ссылочка на эту хрень будет в
в описании. Кому надо, пожалуйста, без всяких проблем, вы можете заказать. Идет это где-то 3-4 недели. Но сейчас с Китаем что-то у нас не то. Довольно-таки частенько задерживают они посылки. Так что, может, придется подождать чуть-чуть побольше. Так, ну что ж, все. Подписывайтесь на канал. У меня еще долгожданные идут, по-моему, две посылки каких-то там, что-то с шнурками какими-то. Плюс у меня скоро должно быть видео про мой мотоблок, который я переделаю. Так что вот так вот. То есть 300 рублей с небольшим, ну 400 рублей. И на 50 разделить, вот такая цена получается. Все, спасибо, до свидания. До скорых встреч. Не забывайте подписаться на мой канал. Это очень здорово поддержит.